Сета-то есть сегодня у меня. Модель Grand Memo. Такой огромный телефончик. Тяжелый, толстый. Ни за что бы не купил такой. Менять будем дисплейный модуль. Одинаковые винты. Ни разу не попадался мне в руки еще. Старый китайский бренд. Вот, забыл снять вот этот винтик под пломбой. Не знаю, сколько ему, 10 лет точно есть. Думаю, лет 20 на рынке он уже присутствует. Так, вот еще один походу. Нет, это датчик влаги. Так. Наклеечка. Удерживает. Вижу разъем. Так, это у нас тач. Разъем дисплея. Давайте подсоединим, посмотрим. Соединяем батарею. Включаем смартфон.
испанская сотовая компания Yoigo. Телефон был продан в контракт, судя по всему. Да, ну тач, нет смысла проверять. Мы его не подсоединили. Вот. Думаю, можно менять. Подсоединить одновременно тач и дисплейный модуль не так просто. Я бы сказал, конструкция не совсем позволяет. Включаем батарею. Так делать нельзя. Итак, смотрим, как будем его снимать. И как его будем ставить. Разъем тачскрина находится под системной платой. Шлейф. Поэтому системную плату придется снять. Так, давайте соединим все разъемы системной платы. Нижний модуль, коаксиальный кабель. Сейчас чуть приближу, так, наверное, будет лучше видно. Боковые кнопки снимаем аккуратно. Так, батарею, судя по всему, снимать не нужно, если она, конечно, приклеена вообще. Не буду даже пробовать. Так, итак, включаем нашу паяльную станцию. Дисплей у нас вроде был целый, поэтому аккуратно снимаем. Потом закажу стекло. Достаточно.
устанавливаем дисплейный модуль. Больше нас здесь ничего не интересует. Итак, сняли дисплей. Это остался рассеиватель дисплея. Поставим его обратно. Дисплейный модуль. Так. Удаляем. Очищаем поверхность. Треснула батарея, отклеивается потихоньку. Так, поверхность готова к посадке. Почти. Обезжириваем, удаляем пыль.
Накрыл он скотчем. Рисуем. Так, проклеиваем дисплейный модуль. Боковые части. Проклеили дисплей.
разъем дисплея. Вставляем системную плату. Все работает. Туповатый телефон немного. Ну так, все работает. Так, друзья, все нормально, застегиваем до конца коаксиальный кабель. Надеваем крышку.
Закручиваем винты и возвращаем клиенту. Всем спасибо за внимание. Это был сет АТЕ. Вот такая вот модель. Приобретайте, кому нравится. Всем удачи в работе. До новых встреч. До свидания.